Наидобрейшего времени суток, дорогие друзья, с вами на микрофоне Дог Браун, и, собственно, сегодня мы с вами посмотрим осаду в Терри Онлайн. Я сейчас на американском сервере зашел за Рипера, за Жнеца. Будем смотреть. В общем, если честно, я первый раз отправляюсь на осаду этим классом. До этого ни разу не пробовал, так что сейчас посмотрим. Как оказывается, далеко не все еще знают, как выглядят осады вообще, что и как тут происходит. Много вопросов было, поэтому я решил выбрать самую классическую осаду, да, то есть вон там цитадель корсаров. Вот через 10 секунд мы начинаем. 5 секунд, 4 идет отсчет, и, блин, давайте сделаем это. Мы в атакующей команде. Для тех, кто не в курсе, одна команда атакует и должна уничтожить камень, находящийся внутри самой цитадели, и, ну, соответственно, другая команда должна защитить этот камень любыми силами. У нас есть танки, скажем так, осадные орудия, у них же есть тоже своего рода танки, но установленные на стенах. Будем сейчас их ломать. А, и также есть еще вот такие вот штуки, назовем это. Это точки воскрешения. Так, людей много. Малость подглючивает. Так, вот чтобы быстрее. О, господи, людей много. Малость подглючивает. Вон, пошла уже осада, пошла стрельба. Вон даже уже есть люди, игроки. Вау, больно, это что такое было? Ладно, я не знаю. Можно, конечно, долбить. Вау, ой, больно, слушай. О, люди. Слушай, выноси ее. Выноси. Тоже вражеский рипер. Есть. Засчитала, я убил. Нормально, махач. А, блин, я даже, блин, ТП. Да телепортанись же ты. Ой-ой-ой, я застрял. Надо срочно уходить. Так, ладно, ну и меня снесли. Я не знаю почему, но я в чем-то застрял. Так, ожидаем. Вот, мы захватили точку возрождения, поэтому я могу возродиться рядом со всем этим махачем. Вообще, в идеале подняться наверх, конечно, и захватить вот респаун, который там сверху находится. Должен сказать, что команда ведет себя очень неплохо. Почему? Потому что... Да ёлки-шпалки. Вот тут... О, отлично, тотем поставили. Даже не несколько тотемов. Отлично. Отлично. И рестают. Слушай, команда супер попалась. Вернее, не рестают, а... Хиляют, отхиливают. Бьем ворота. Я даже не хочу рисковать подниматься на самый верх. Вау. Блин, ничего себе. Артиллерия начала стрелять, понятно. Но пока что мы... Достаточно, скажем так, уверенно ломимся внутрь. Хотя, по сути, можно было бы попробовать, конечно, взять и просто сразу залезть наверх. Но я больше чем уверен, что сейчас там идет активная, скажем так, охрана. Да твою ж, блин, налево. Самое главное, смотри. О, кто меня так? Кто так больно бьется-то? Красных не вижу, все вроде бы... Все... А, вот, ты смотри, есть, давай... Блин, махач, давай ее, бей! Ничего себе! Танки стреляют, все, блин, есть, убили. Давай вот такими. Всех нафиг сносим. А уже ничего не вижу, я не вижу, где свои, где чужие, где не свои. Куда общую, вертухан?
Прикол в том, что я не могу понять, сколько там еще воротам осталось. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, надо явно отойти. Надо отойти. Давай, вали его, выноси. Давай, 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 давай. Красный, красный, красный там. Вот, 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 вот. Ну же, ну давай. Чего ты стоишь? А, блин, капец. Это была жесть. Это жесть. Давно я на осадах не был. Людей немерено, блин, я в этой пачке просто теряюсь. Жесть, у нас отобрали точку респауна. Капец, надо срочно что-то делать. По-моему, кстати, время сократилось. Раньше вроде бы как можно было, ну, сама осада длилась дольше по времени. Сейчас я смотрю, у нас остается 1 минута 30 секунд. Так. Хотя бы киллов сделать парочку, так набрать. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Критуем всех. Всех критуем. Блин, 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 что на меня навесили? Почему такая пачка? Что все здесь делают? Нифига себе! Смотри, берсерк вот только что показал себя. Там и рипер, и берсерк, и танки, и кого там только нету. Ладно, плевать на все это. Что-то какая-то тактика у моей команды в этот раз явно не срослась. Поэтому что мы сделаем? Правильно, мы сделаем то, что, блин, надо было сделать в самом начале. Залезть просто и рашить вот напрямую. Может, стоит попробовать захватить. 22 секунды осталось. У, блин, это плохо. Это вообще есть очень плохо. Так. Капец. Не срослось, по-моему, да, у нас? Так. Походу взять мы ничего не сможем. Но я надеюсь, мы хотя бы защитить сможем дальше это все. Да, атака у нас не срослась. Печально. Ладно, теперь мы, собственно, первый раунд закончился. Второй раунд у нас уже идет защита. Бумс. Бомбочки. Прикольно. И мы, собственно, опять в ожидании, когда все уже прогрузятся, загрузятся. Вот камень, вот этот вот камень, вот его там видно, да, такой висящий. Вот его надо, ну, нам на данный момент надо защищать. А вообще, вообще его. Вау. А, я бомбочку поставил, круто. Норм я тогда. А вообще, атакующая команда должна вынести этот камень. Так, собственно, ждем. Чё нам? Ждем. Кстати, этих бомбочек раньше не было. Прикольно. Так, 60 секунд до старта, отлично. Блин, я себя хоть... Помощь 5. 4 раза умер и... Странно, написано, что ни одного убийства не сделал. Хотя, в принципе, было одно, вроде как было засчитано, написано. О, как оно тут, глянь, как глаза светятся. Кстати, по поводу питомцев, да, ребята, там были вопросы, какие есть питомцы. Вот такой питомец. Вот питомец, я не знаю, что это, свинья какая-то. Тигр обычный, не белый, кстати. А что, кстати, круто. И нас предают, кстати, нас предают. 4 человека вышло. Просто супер. На осаде. Ну, зашибись. Пацаны решили, что можно не сражаться. Нормально. Слабаки, но мы-то не такие, да? О, кстати, блин.
Тут тоже пушки теперь есть, это круто. Это есть круто. Здесь ворота. Да, слушайте, я давно на осадах не был, реально, есть изменения. А на самом старте у захватчиков, там у них есть еще такой прикол. Они могут быть на дирижаблях сюда добраться. Поэтому мы их встретим танком. Так, собственно. Вот тут мы их и будем ждать. Интересно, дирижабли летят или дирижабли... Я смотрю, там уже вроде бы... Уже ломятся. Там уже ломятся. Танк может ездить, танк стреляет. Вот таким вот образом. Дирижабль! Дирижабль. На дирижабле они могут прямо сюда заскочить. Блин. Одна тварь выскочила. Блин, даже не одна тварь выскочила. Все, я буду танчить на танке. Мне фиолетово. Туда. Есть попадание, есть контакт. Давай. Блин. Тоска печальная. Проиграли мы знатно. И быстро. Я даже не знаю, как это произошло, но пацаны молодцы. Шикарно сыграно было. Когда все ушли от камня. Или это просто все вышли. Короче, пищалька, ребят. Не все игроки сознательные. Ох, как не все. Ладно. Я думаю, вот на этом мы закончим. Вот такая вот фейловая осада получилась. Жаль, конечно, жаль, реально. Вообще осады, конечно, драйвово, классно, но защита вообще не срослась, все просто забили и ушли. Печально. Ладно, спасибо за просмотр, надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайк, подписывайтесь, смотрите другие видео по Терре на канале. На канале очень много чего интересного. Также Black Desert, Skyforge и много-много всего другого. Удачи и еще увидимся. Пока-пока.